Сейчас прозвучат два романса, которые, вероятно, вы еще никогда не слышали. История их возникновения такова. В Москве живет замечательный поэт, ее имя Светлана Ковалева. Она продолжает такую русскую лирическую линию в поэзии. Она автор многих сборников поэтических, пишутся романсы и песни на ее стихи. И кроме того, она стала победителем конкурса «Романс 21 века», который проводился на телеканале «Культура». И вот после этой победы Светланы Ковалевой на конкурсе возникла мысль записать диск, в который были бы включены песни и романсы современных композиторов, написанные на тексты Светланы Ковалевой. Возглавить этот проект любезно согласилась непревзойденная исполнительница русских и цыганских романсов Валентина Пономарева, и она-то и пригласила Евгения Нюжина поучаствовать в записи этого диска. Так в 2011 году и были записаны две песни, вернее, два романса, которые певец подарит вам сейчас. Это очередной старо-новогодний сюрприз. Всем нам, чтобы каждый из нас отыскал свою тропинку в тот самый летний сад. Быть может, там уже хризантемы не цветут, зато цветут георгины.